Привет, привет, мои дорогие. Ой, сегодня столько спала, аж все распухло. У меня там глаза все. Как ваше здоровье? Подготовка к Новому году? Все хорошо у вас? Я вчера снимала видео, кстати, вот было такое хорошее видео, но пришлось его вообще удалить, потому что у меня была проблема с микрофоном, как вы знаете, и вчерашнее видео я пересматривала, но это было что-то. От начала до конца был этот звук невыносимый. Пришлось пойти туда, где продают эти микрофоны. В общем, вот купила новый микрофон. Ну, посмотрим, как он будет работать. В микрофоне дело или в телефоне дело, это уже мы, наверное, узнаем после видео. Вот. Мерхаба таки пчеларам насылсыңыз, иемісіңіз. Біраз микрофонымды сықынтварды, білесіңіз, өнчекі видеомда вис сес чыкартыды. О yüzden дүн киттім, ені микрофон алдым. Бүгін бі бакалым насыл олачак. Чук өзледім сізіні, севиорым. Бүгін бізді Туркестан, Сары Туркестан. Хәмді тәбешіріміз Карачан. Ады Карачан. Böyle büyük tebeşirler tabii ki hepsi. Göstereyim de. Bu kadar. Ama biz şimdi biraz böyle bir birini alacağız. Миленькие мои, желтый Туркестан и Карачан попробуем. Он такой маленький, жестковатый. Hi, my dear. How are you? Вот. Ну, наверное, попробуем, да, в пасте. Ну, вот такой он у меня. Я его сделала, правда, позавчера. Он маленько, походу, загустел. Ну, вот масса, конечно, очень красивая. Да, пахнет. Видео будет чумазое. Так что как-то так. Попробуем еще бы откусить. Оно такое твердое. Thank you.
щам. У него такие есть железистые вкрапления. В общем, мелочек. Также глинка. Она не прям чистая, там очень много чего-то есть. Угу. Пусть маленько размягчится. Сливочный. Крутчан жирненький. Вкусно.
вкусно. Сливочно. Корочан. Чисто классический вкус для меня. Вкус дает маленькая Галина. Камень какой-то. Таш берет. Насолила. Вкусно. Но Туркестан желтый. Лучше есть в сухом виде. Мне кажется, так лучше. Ну, потому что у него кажется зернистая какая-то. О, извините. Чуть не в то горло. Вкусно, сытно. Глотала, конечно, частично. Корочан можно оставить на последний случай жизни. Последний такой, уже когда ничего не осталось, можно его поесть. Такой мелочек. Я его увидела таким и попробовала, и вкусовые качества не такие притягательные, да, скажем так, как хочется есть некоторые мелочки периодически и часто. Ну, короче, нет. Он на НЗ можно оставить. Вот. Спасет, когда не будет вообще мела. Как-то так. Тысячи кюрейдерам, так и пчеларам. Абониалу. Излёдин туркены. Чок, излёдин. Ама не заман гидджам. Билмиорум борда ишларам да битмеди. О кадару излёдин ки. Эпинизе сарылмак истёрум. O kadar yani. Çarşı kozmetik selamlar. Милые мои, уважаемые. Наверное, у всех подготовка на все 100, да? У меня уборки. Конечно, на Новый год тоже будем готовиться. Не без этого. Вчера поставили елочку. С младший брат, его дети, как бы я их позвала, я говорю, пойдемте вместе поставим елочку. Вместе поставили. Они так ждали этого момента. Вот. Как-то так, теперь надо подарочки купить. И уже будем встречать. Взрослеем на еще один год, да? Как подумаешь, эту сторону не очень приятно.
Ну а что делать? Время идет вперед. Так что здоровья вам всем желаю. Праздничного настроения. Наверное, уже есть это, да, у многих. Вот. Сегодня постараюсь снять еще одно видео. Я что-то совсем распустилась. Маша совсем распустилась. Еще одно видео сниму. Наверное, надо по два видео снимать все-таки. Потому что так нельзя. Оставляю вас тоже без внимания. Такое дело не пойдет. И сама тоже остаюсь без внимания практически. Вчера то, что удалила, мне так было не очень приятно. Но пришлось удалять. Потому что этот звук просто невыносим был. А некоторые девочки у меня и мальчики слушают наушниками. Поэтому думаю, нет, не буду выставлять. Этот звук вообще нехороший. И удалила его. Вот, так что, девочки, я обещала поесть плитки. Я поем их сегодня. Туркестан плитки. Угу. Найду времечко и поем. Целую вас, люблю. My dear, thank you. I love you. Teşekkür ederim, öpüyorum, seviyorum hepinizi. Bye bye.